Пожар на нефтебазе в Белгороде прошлой ночью был вызван атакой украинских вертолетов. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пожар на нефтебазе был вызван ударом с малой высоты двух украинских вертолетов, зашедших на территорию России. Ранены два сотрудника нефтебазы. По предварительной информации, сгорели 8 цистерн с 2000 кубометрами топлива и бензина. Есть опасность распространения огня еще на 8 контейнеров. К тушению пожара привлечено 105 человек и 31 единица техники, в том числе пожарный поезд. Нет, пожалуйста.